Здравствуйте, дорогие мои! Меня зовут Алина, я руководитель интернет-проекта «Лучшие из Таиланда», и мне нужна ваша помощь. Сейчас я прохожу повышение квалификации по маркетингу, и в рамках которого мне сейчас дали задание записать 5 интервью с нашими клиентами, чтобы узнать подробнее ваше мнение о работе нашего магазина. Мне надо 5 интервью записать в течение этих 2 дней. У меня и сегодня, и завтра. И для тех, кто согласится дать интервью, это будет просто аудиозапись, которую я выложу только кураторам группы. Больше никто не будет ее видеть. В открытом доступе этой аудиозаписи не будет. Тем, кто проведет со мной 5 интервью и ответит на несколько вопросов, причем это займет не более 5-10 минут, 5-10, не 50. Я сделаю подарки. Я решила вам подарить вот такие вот кремы для рук на ваш выбор. У меня есть 5 запахов. Сейчас я в наличии только 3. 5 еще в пути. Это роза, гуава, вот, гуава и тайские травы. Бальзам имеет очень богатый состав. Очень сильный аромат тайских специй. На основе масла авокадо, масла ши, масло оливковое, куча экстрактов и очень много всяких полезностей. Вот такая консистенция. И у розы, у нее больше в составе масла ши, она более такая матовая. Бальзамы прекрасно увлажняют, питают, защищают кожу рук и также обладают очень классным ароматом. Кто хочет кремики, пишите, пожалуйста, в комментариях под этой записью. И я свяжусь с первыми 5 человеками, которые напишут. Обращу ваше внимание, что эта запись будет во многих соцсетях, поэтому тех, кто в разных соцсетях первыми прокомментирует, с этими первыми 5 человеками я проведу небольшое интервью. Жду ваших заявок. Благодарю за внимание.